Итак, это наш ашрам. Мы скидываем видео. Здесь полно интересных людей в этом ашраме. Каждый из этих людей уникальная личность. Вот кто-то еще идет. Это, наверное, гости, клиенты. Так, рассказывай. А ты поснимай меня. Пока тебе не откусили руку вместе с фотоаппаратом. Почему мне должны откусить руку? А, вижу. Можешь рассказать немножечко о персонаже? Можешь? Не, я не буду. Ну хорошо. А то еще видео попадет в сеть. Расскажи тогда обо мне. А тебе рассказать? Да. Хорошо. Это девочка очень похожа на меня. Девочка я. Ну, вот. Тебе нужно сказать, это я девочка. Я девочка, это я. А. В общем, она хочет сказать, что эта девочка, про которую я говорю, это она. Нет, я не. Что ты хотел сказать? Тебе нужно сказать, вот это я девочка, вот смотри, посмотри, это я мальчик. Это я мальчик. А это я девочка. А это я девочка. Вот. Ну, мы тут недавно проходили у одного нумеролога в этом ашраме. В общем, нумеролог делал нам расчет нашей карты. Вот, и мы с Лилькой очень похожи. Я 14 раз на этой земле. Нет. На самом деле, когда нумерологи говорят про количество жизней, на самом деле они говорят про уровень человека. Ну, определенный энергетический уровень. Справа. Это у Лилии, я прошу заметить. Мне кажется, что 15-е воплощение это уже Лейла. Ну вот. Там у нас очень много похожих цифр. Как будто бы мы. Как будто бы у нас одна и та же судьба. Вот такой смысл. Я, кстати, то, что она говорила, я и до этого видела твой такой дух в тебе. Угу. Вот, немножко тоже даже вспомнила. Вот. Ну, очень полезная информация. Сейчас у нас все таскают дрова. Никто эти дрова вчера не таскал. Привезли эти дрова, и они так и лежали под дождем. Все знали, что вот приедет Марина, вот тогда, короче, начнет таскать. Да. Приехала Марина, на всех накричала, сразу дрова стали таскаться. Так что Марина... руки женщины очень эффективны. А. Да, что Марина... бы ни говорили мужчины. Во! Да, да, наконец-то да. Я нашел эту функцию. Камень. Правильно. Очень удобно, кстати. Так, любимая, ты тоже тут есть? Я тоже здесь есть, привет. О, привет, смотри. А то, может быть, ты там вообще была не в видео, на самом деле. Ну, вообще, да, ты меня не снимал. Говорю, рассказывал про меня, я меня не снимал. Вот это я. Ладно, мы потом он вас тоже, со всеми познакомим. Он тоже, походу, если не он, то... Что-нибудь интересное. Сейчас пойдем. А, мы выявим героя дров и дадим ему медаль. Нет, я понял. Герой нам даст последнее интервью. Мы возьмем у героя последнее интервью. Вот. Всем родственникам привет, у нас все хорошо, мы находимся в очень прекрасном месте, духовно растем, убираемся, тут целый первый этаж. Вот этот вот весь.
Да, еще две комнаты, еще туалет, и ванну, и коридор еще покажем. Да, Лилия научилась мыть полы. Да. И вытирать пыль. Угу. Вот, становится взрослой совсем девочкой. Тоже одни специалисты тут, кстати, ясновидящие и яснознающие, сказали, что Лилии 12 лет. Мне как с раз точки зрения энергетического возраста. Да, мне пора как раз определяться с полом, девочка я или мальчик. Нет. Так, это что такое? А это что такое? Что? Это что такое? Ты загружаешь видео, что? Ну, ты собираешься долго видео такое заснять? Все, я готов. Можешь еще что-нибудь рассказать? Ну, в общем, Новый год наступает. Здесь вот весь прекрасный. Сегодня уже, по-моему, какое там, 20... Какое число, кстати, сегодня? 24-е? Мне приснился сон про Германию. В подарок привезли сливочный мед, да? Или какой он? По-моему, Германия станет Россией. Такой взбитый мед. Очень, очень вкусный. Ну, про Германию что там рассказывать? Ну, мне приснился сон про Германию. Если мне снится сон про какую-то страну, она... Да нет, шутим. С Германией все хорошо будет. Просто мы вернем себе Германию. Она была наша? Да, она была наша. Угу. Ну ладно. До следующей встречи. На нашем космическом корабле.